Первая точка – продовольственный магазин. Зайдя внутрь, сотрудника, который должен контролировать масочный режим, на входе мы не увидели. Покупатели гуляют по торговому залу без средств защиты. Кстати, за все время, что мы находились в магазине, людей так никто и не попросил их надеть. Однако, по словам директора, тех, кто зашел без маски, наказывают. Мы контролируем, подходим, делаем замечания, в полицию передаем. А у вас у самой маска одета на пол лица. Кто знаете, сказал? Что ее так не носят? Вы только что сейчас на камеру одели. О новом антиковидном указе люди знают, стараются соблюдать. Но зачастую носят маски неправильно, защитив лишь часть лица. Некоторые сетуют на нехватку средств постоянно менять повязки. Ну, сейчас вот, я не знаю, может быть, что вот рост, и сейчас как-то вот заметим, что больше стали надевать маски. Ну, это тоже денег на всю семью. У меня 4 человека в семье, это каждого. Поэтому тут спорный вопрос, как бы вроде и за то, что нужно одевать маски. Ну и соблюсти тоже, как говорится, строго это иногда бывает нереально. В следующем магазине неподалеку нам сразу сказали, контроля на входе нет. Но сотрудники регулярно обходят торговые залы и просят тех, кто без средств защиты, надеть маску. Надевайте маски, пожалуйста. Ага. Решили заглянуть еще и сюда. Оказалось, сотрудника, который должен осуществлять контроль на входе, здесь тоже нет. Но маски люди надевают сами перед тем, как зайти. В последнее время чаще стали соблюдать. То есть, если раньше, например, замечала, что люди заходят в магазин и надевают только на кассе маску, то сейчас при входе... 5 человек на весь вагон в маске. Остальные без масок. Маски вообще не носят, они не верят в ковид и... Особенно молодежь. Да и пожилые тоже. Совсем другая история в общественном транспорте. Ради интереса решили проехать по двум разным маршрутам. Тех, кто носит маски формально на подбородке или вообще без них, здесь можно встретить чаще. Вот тут заходят, прошу их, оденьте масочки. Практически одевают. Ну, есть такие, что вот попался экземпляр. А так вроде бы получше стало. Потому что они думают, что в автобусе в транспорте можно так ездить. Кондукторы двух разных автобусных маршрутов нас заверили. Контролировать масочный режим стараются как могут. Сложнее всего, по их словам, сделать это в час пик, когда салон битком. Но даже если человек находится в маске, соблюдать небольшую, но необходимую социальную дистанцию здесь не получается. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком.